Детские тапочки я покупаю, потому что все я пластиковые перевожу только в съемочные павильоны. По каким причинам, я объясню потом, когда буду показывать их в пустых баночках. Если это интересно для вас, то подписывайтесь, и вы обязательно узнаете причины, по которым я от этих тапочек пластиковых из Фикса отказываюсь. Вот такая подошва. Они стоят не 50 рублей, они стоят дороже, но я их увидела, захотела, долго-долго смотрела и потом решила, что все-таки они мне нужны. То есть я не сразу их схватила, я какое-то время еще думала. Ну, в принципе, в квартале они есть. Вот такие носочки по очень-очень бюджетной цене я купила. Это не фикс прайс, это Ивановский трикотаж, полный универмаг авангардский, справа торцом дом с красной бегущей строкой. Вот такую косметичку я купила, потому что я купила мультистайлер Равента, и сама косметичка родная очень убого смотрится рядом вот с этой. А у меня таких черных уже две, я думаю, что они мне как раз пойдут под мультистайлер. Вот так выглядит родная косметичка равентовская. Я видела у девочек, что у них была здесь надпись Elite Model Look, но потом, я насколько знаю, по-моему, этот конкурс уже приказал долго жить, он уже на протяжении долгих лет приказывается, никак приказать не может. Но, тем не менее, как бы она очень большая, но она не очень удобная. В общем, я попробую. Видите, как бы наклейка идет надо по всей длине. Но она совсем такая бесформенная и как-то все время мятая, некрасивая. В общем, я буду приспосабливаться. Если вам интересно, опять же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Вот я поместила как раз все насадки мультистайлера, Равента, вот в эти две косметички. То есть в них вошло все. Родная очень мягкая. Учитывая, что мы имеем дело с электрическими приборами, и там пластика очень много, она не спасет. Это я сразу говорю. В таких им будет мягко, и они будут лучше защищены. Поэтому вот, пожалуйста, элементарно покупала технику, разработанную там, не знаю, бог знает где. Все дорого-богато, все хорошо. Но вот с косметичкой полный провал, поэтому я буду носить это в косметичках фикс прайс. Беру уже не первый раз, они, кстати, нормальные, это такой домашний вариант, вот, а иногда даже, когда их сочетаешь, например, белую и черную, и ты одета в белое и черное, это очень хорошо смотрится, так классно, как надо, вот, если вам интересно, они очень хорошо так тянутся. Если вдруг вы смотрите это видео случайно как-то, у меня будет отдельное видео про красочки, я покажу свотчи и расскажу про них, ссылка будет вот тут. Это кукла, она точно такая же на лицо, как я брала. Вот, ну только у нее другое платье. Кстати, стоят куколки в таких же точно платьях, как у меня в прошлое, и у них у всех стандартно оторвана одна лямка. Это прям какая-то Это водичка, которых там, наверное, штук 5 можно купить, или 4 по цене 53 рубля. Вот такие
стильные зубные щетки, вот такой лак я купила. И вот давно присматривалась, наверное, мне очень пригодится на съемках. Я все-таки поняла, что мне это нужно. Правда, позднее зажигание, как обычно. Хорошая мысль приходит позднее, чем нужно. Надо было в двух оттенках взять. Но они всегда есть в продаже, поэтому я всегда, наверное, забегаю туда постоянно и возьму. Ватных дисков вот таких набрала, буквально, наверное, упаковки 3 я взяла. Вот такую еще одну зажигалку. Она очень классная. Вот такие маникюрные наборчики, ватные палочки. Относительно маникюрных наборчиков. Значит, посмотрите, какие они малюсенькие. Это такой именно сумочный вариант, потому что мы вот недавно ездили в лагерь моделей на Байкале. И кто-то меня спросил, а у тебя есть пилочка? Девочки, вот у меня в тот момент не было пилочки. Но просто покупаете вот такой вот набор. Там есть и пилочка, и щипчики, и ножницы, и, в общем, даже кутикулу отодвигать штучка. В общем, есть все здесь. 53 рубля. 53. 50 от слова 50, а не от слова пи. Когда я говорю 50, получается пися. Вот не от этого слова. Не от слова пися, от слова 50. Чисто диджейская привычка поправлять себя. Значит, вот этот BB-крем. Он никакой не BB. И даже не уход. Когда я его увидела, я почувствовала неладное. И именно по этой причине я его купила. Значит, он себя ведет точно так же, как крем. Черный жемчуг, на который я очень сильно ругалась. Вот здесь будет ссылочка вверху. Сходите, посмотрите. В общем, по-моему, они просто сделали другую упаковку, и рука с нанесенным выглядит даже хуже, чем вообще без всего. То есть это не крем, это не BB, это жижа, которая портит вашу кожу, и туда добавлены пигменты. Но что делают наши магазины? Они берут там все фикси, да, по 53 рубля, по 53. Они потом просто выставляют это на прилавке по 150 и по 200. Вот. Поэтому как бы брать не стоит, руку свело. Вот здесь я мазала, вот чуть ниже вот этой красной точки. Обратите внимание, что кожа здесь выглядит хуже. Реально, девочки, адский ад. Не берите. Значит, у них появились вот такие огромные полотенца. Они, как вам сказать, двухсторонняя такая бумага. Это они вдвое сложены, она не так рвется, допустим, как другие. Я взяла привычную упаковку, вот такой крем с лавандой я показывала, он был по 26 рублей, то есть две штучки по цене одной. Как и говорила, вот ватных дисков я набрала море, и вот такие ватные палочки я тоже рекомендую. И, в общем, как бы, надеюсь, это было интересным и полезным. Кстати, что еще прикольного? У нас еще иногда попадаются отголоски шибишика. Вот это я нашла просто где-то в залежах укропа, там за кружками, которые уже из новых коллекций. Они просто там висели на этих перекладинах. Я, в общем, порылась, и все-таки я нашла. Вот. Очень классная кружечка. Я просто счастлива с большой буквы ща. Your shoes are sick.